Всем привет, друзья! Какой-то маэстро даже с вами здоровается, и со мной тоже. Сегодня мы будем штамповать 10 волн, которые находятся у нас в бате Хейме. Давай, Дамир, принимай эту штуку. И оно отображаться будет у нас на карте. Вот, 5 часов КД. Выходим на карту. Говорят, какие-то там жесткие типари, ну я не знаю. Вообще, по сути, 10 волн это немного, но с каждой волной добавляется какой-то моб. Вот такое вот у нас 5 часов, оно висит 5 часов. Логово монстров, вот, я забыл, как оно называется. 5 часов. Обалдеть, интересно, если умереть, а потом опять сюда прийти, будет ли считаться? Ну, не знаю. Ладно, мы, наверное, умирать вообще не собираемся, потому что умирать в наших случаях это как-то даже стыдновато. Так, давайте заходим, посмотрим, ждем всех, я стакаю вагонушки. А нет, буду настакаю 2 и тогда начнем. О, как. Какие ты 2 настакаешь, тебе сначала надо будет спуститься под змеи. Да, я помню, Найт, я помню. Смотри, какая графика. Тут даже можно дерево порубить. Опа, чё. Вот здесь реально, ничего лишнего. Не где-то убавлено света, где-то уменьшено. Вот тут мне прям нравится, типа такая вечерняя обстановка. Туманная еще. Да. Зачистить логово, получить 200 этих кубков. Погнали. Какой-то подвал. Ребят, поехали. Да вообще на изи. Да вообще на изи, я не знаю, что тут париться. Вот видите, они сейчас спускаются, но они стоят. А у меня показано, как я спускаюсь. Как? Так, короче, расклад такой. Мы уже здесь были, но мы первую волну апнули. Я это в видосе не буду показывать, потому что это реально изи. Ну, чисто проверочка была. Я быстренько пробегусь, пока у меня стакаются... Подожди, Найт, не запускай. Пока у меня здесь стакаются огонушки, отсюда монстры просто рандом появляются, как у Хейма. Ой, у Хеля. У Хеля, типа, ну, вот эти шаманы. Это точно такой же расклад идет и здесь. И как на этом, когда проходишь этапы на захоронение. Да. Они рандомно просто появляются. А в нашем случае, я не знаю, чтобы не ломалось сеты, мы, наверное, будем с тобой где-нибудь тут вот стоять. Сюда, вот, да. Дамир тут же. Дамир будет тут где-нибудь стоять, и мы просто за ним вот так вот наступаем. Да, именно. Ладно, я тогда возьму, наверное, посох, чтобы быть поприятней. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я запускаю сейчас свой еще один уголек. И мы начинаем. Ребят, пишите, проходили вы сколько волн в комментариях, либо не проходили. Потому что дико интересно, кто сколько апает. Ё-моё, обалдеть. Все, отходим назад. Оно прям сразу запускается. Ты, Дамир, можешь их развернуть? Ой-ой-ой-ой-ой, нет, тут реально на берсе, смотри, он тебя бьет. Хилься. Чё за шаман такой под 300 хп, блин? Блин, у пятки такой сильный этот, прочность стала, мне прям нравится. Тогда вспоминать, как было. Дамир, хилься по КД, хилься по КД. Прикрываю. Смотри, какой-то советчик. Это с этих. Это с... Архивов? Как его? Да. О, мы самую жесткую волну взяли. Ой, пятку сломал. Ой. А какая волна? Почему не показывает, какая... Ой, это может быть еще ваншот. Стоп. Одного не надо убивать. Давайте подхилимся. Убийца пошел. Ух, шет. Стоп, одного оставьте. Вот этого оставляю. Вожу, хилься. Жесть, блин. Кто-то считал волны, не? Ну, 8-я волна. Могу, а есть всё. Кому... Подожди, а есть кому скинуть? Ёлки-палки. Я бы скинул увеличение урона на это. Последний этап. Последний. А, да, 10-й видел. Обалдеть, ну убийца. Ой, слуга пепла, который жирный. Убийца вообще нормально. Я всё. Почти все сломал. Отлично. А что-то выпало, не? Все. Я сломал пятку и драконов. Отлично, молодец. Я минус 11 бинтов. Ну что, в принципе, это все делается, если вчетвером. Ну, как бы тоже быстрее. Найт, ты залагал, наверное. Да.
Ладно, хорошо. Мы тут завершаем квест и зарабатываем, ребят, очки влияния, которые понадобятся нам обязательно в Хейме. Разведчик нам их дает. Вот. Все, чпык. 200 штук. Это очень много, потому что за прохождение Возина из-за каждого моба дают вам только по одному. А если горн, либо какой-нибудь здоровый там чел, то дают только по два. Из босса, по-моему, тоже дают два. Мы вчера чекали. Поэтому, ребят, можно смело проходить, можно выбирать один из квестов. КД идет у вас 6 часов, да, 5 там с чем-то часов. И каждый из тиммейтов может пожертвовать этими монетками на серебра. То есть, ну, допустим, сегодня у нас Дамир пожертвовал. Допустим, завтра я, послезавтра Найт и так далее по кругу. И вообще, и каждый экономит свои, скажем так, монетки, деньги. И все, все в достатке. Вот, с вами был Кенни, как всегда. Подписывайтесь на канал. Чао, какао, до новых видосов. Пока-пока.